Всем привет, с вами Террасер и Демастер. И мы продолжаем с Демастером качать скилл паркура и проходить паркур-карты разные. Да, и давай, Террасер, что у нас за карта? Что сегодня это за карта? Мы будем проходить на карте, которая называется This is the one level. Это один уровень. Ты уверен, что называется This is one level? Ну да, так и есть. Welcome to, точно, This is one level, Minecraft Edition. Видимо, есть не Minecraft Edition, Террасер, может есть Counter-Strike Edition. Или Roblox Edition. Да, или может быть Warcraft Edition, паркур в Варкрафте. Так, ну, в общем, здесь нам необходимо, получается, пройти все уровни, коллекционировать, ну, собрать все три пасхалки и... Не, ну, типа, нам это goals, это достижения, я думаю. То есть, три достижения есть, которые мы можем, в принципе, не выполнять. Ну, да. Ладно, давай, я знаю, ты не любишь долго читать все эти названия. Да, давай не будем затягивать, начнем уже к паркуру. Я хочу уже начать поэтому паркур. Поэтому пойдем степ, он за вот эту блиту, короче, я нажал. И время пошло. Так, а это первый, начинаем? Вот, смотри, первый уровень. Оранжевый. Вот здесь первый уровень. Так, погнали. Давай, я отошел, что-то... Меня заспавнило. А, давай я на тебя телепортнусь или что? А, во-во-во, все. А ты можешь наступить туда. Ну, а пока мы не начали, прошу вас подписаться на мой второй канал. Ссылочка на него находится в описании. О, первый уровень вроде бы достаточно простой. О, это чекпоинты? Наверное. Так, первый уровень пройден. А как мне... Можно пишу килл? Погоди, слэш килл. Так, нет, я появился на крыше карты. Давай-ка сделаем... А, у тебя спаунпоинта там не было, видимо. Да, надо будет поставить. Вот это на тебя портнусь просто. А, там смотри, вон, жесть. Снизу, а когда падаешь, есть кнопка, понял, типа, можно портнуться наверх. А мне, кстати, дали одну шерсть, надо было ее поставить. Мне тоже дали одну шерсть, ты прошел еще один уровень? Блин, как это пройти? А, подожди-ка, это что такое? Тоже наверх. Блин, здесь сложно, как перепрыгнуть? Ты тоже не можешь там перепрыгнуть, да? Да. Мне кажется, здесь нужно прямо разбег жесткий сделать. Но, блин, я просто не успеваю пробел нажать. Ну, мы с Террасером только проснулись, поэтому, возможно, есть... нам дали шерсть, возможно, ее надо поставить. Не, вот эту шерсть, насколько я понял, ее нужно не ставить, а поставить, ну, как бы, да, ее поставить только в начале, там, где, типа, уровень... Я поставил, уровень. Нормально, теперь можно пройти, Террасер. Да, теперь проходимо. А, так и надо было, что ли? Да, походу, так и надо было теперь. А здесь еще что делать надо? А здесь, наверное, вторую шерсть поставить, хотя я сомневаюсь. А, не, наверное, нет, нам нужно было только одну поставить. А где, что, как ты прошел в прошлый раз? А, блин. По-моему, я знаю, куда нам надо было. Точно! В другую сторону? А что за троллинги такие? Это троллинг от карты какой-то. Реально троллинги какие-то. А, погоди, получается, мы должны были поставить ее белую шерсть куда? А, ну там, наверное, нужно. Нет, все правильно, ты поставил туда, куда нужно. Окей. Так нет, если в обратную сторону проходить, она там не нужна. Какая-то странная карта, мне кажется, она рассчитана на одного человека, и мы с тобой ее, если честно, немного сломали. Да сомневаюсь. Я не могу портаться, давай буду на тебя просто портаться, когда ты будешь портаться. А то ты уже прошел карту, а меня только телепортнуло, прикинь. Странно. Я там просто стою обычно, и через некоторое время... Кнопка исчезла, Террасер, кнопка исчезла. Вот, я про это говорю, ее там нет. А, вон, а можно снизу? Не, снизу это не та кнопка. Какие-то рофлы, я не знаю, карта над нами. Как пройти нам этот уровень? Где тут кнопки еще есть? Может, есть какой-то рофл в этом, я не знаю. Карта над нами издевается. Ну я сюда проходил, здесь кнопок никаких нет. Может, карта сломанная? Никаких нет. Вот другой стейдж, мне кажется, это не работает. А как так-то? Так, подожди, здесь есть одна кнопка, она поднимает нас наверх. Да. Нижняя кнопка с нашей стороны тоже нас наверх поднимает. Да? Так, ну это я проверил только что, я же нажал тебя, поднял наверх. Ага, так, ну я не знаю тогда, как этот уровень пройти нам. Я знаю, как пройти, вот кон на следующий. Ну, вернемся так к нему позже, может... Ты слился? Вот тут есть и дырка. Куда тебя заспавнило? Я, если честно, даже не знаю, где. Я, кажется, догадываюсь, где. Гейммод 1, и надо вниз так вот дырку сделать, чтобы постоянно можно было спрыгивать. Так, а как реально этот уровень, интересно, третий пройти? Что такое? Давайте спаунпоинт поставим, чтобы не появляться на крыше. Спаунпоинт. А мне кажется, так, слетает. Тогда зеленый уровень, четвертый. Так что ты портаешься на тебя. Здесь нужно стоять, видимо, долго, чтобы заспавнило. Да, может, не пускает? Нет, пока мы не пройдем, наверное, один уровень, нас да, не видишь, не горят над ними лампочки. То есть можно проходить там, где горят лампочки. Ладно, заходи на третий уровень снова. Может, там просто кнопка не появилась, сейчас появится. Тебе не дали кнопку в инвентаре, посмотри. Так, мне не дали... О, она там есть теперь! Что? Она теперь появилась там! Офигеть! Да ладно, не может, это прикол, может, она была реально со второго раза проходить. Давай сейчас на тебя портнусь, сразу не проходи. Так, я на тебя портнулся, хорошо. Так, здесь слайм-платформа. Здесь понятно, как делать. Так, опа!
Здесь вниз сначала нужно получать. Ой-ой, что-то я случайно там не допрыгнул, да. Ты, кстати, нажал на кнопку, портнуло меня. Да, видимо, ты ближе стоял в этот момент. Да-да-да, ну, сейчас у тебя получилось нормально здесь с прыжком. А мне теперь не получается больше, прикинь. Ну, так. Сейчас, может, получится. А, блин, все, понял, как эта тема работает. Как? Сейчас кнопка здесь закрылась. Давай, проходи, нажимай на кнопку там. Понял. Ну все, давай, раз ты прошел, мы друг другу можем только помогать проходить уровень. Друг, понял. Друг другу ты пэшимся. Так, направо, хорошо. Да, ты портаешься, я на тебя, только сразу не проходи. Так, я на тебя портался. Все, поехали. Поехали. Оп. Вот, значит, как эта тема работает. Я держу кнопку, все, ты прошел, я на тебя портнусь. Так, классно. Следующий уровень это какой? Следующий это вот этот розовый. Давай, ты теперь иди. Да, я хочу сам портнуться в этот раз. Давай. О, тут теперь вот это прикольно. Телепортируйся на меня. Или так, я сейчас проверю, меня телепортнет, если я здесь постою. Да, мне тоже телепорт. О, ё-моё, здесь еще и стрелы раз. Да, на вовремя прыгает РСР, то тебя могут и стрелы подбить. Ай-яй-яй-яй-яй. Держу кнопку, давай. Внизу спрыгивай, держу. Да я понял, я чуть-чуть не туда отлично, прыгнул. Отлично. Так, ты пока проходи дальше. Перелетел. Так, эти здесь уже горят оба. Фиолетовый сейчас, 7-й уровень у нас. Не, погоди. А фиолетовый точно, да, хорошо, заходи. Да, он горит. Так, ты по ТРСР? Так, портнулся. Я что-то как-то прыгнул, ой. Они исчезают, они горят и исчезают, понял? Они теперь на время, получается, здесь. Я прошел. Друг другу. А, вы мешаете? Так, сори, ТРСР, прошел. Не знал, что мешаю тебе. Так, я прошел. Все, держу кнопку. Да, я прошел. Можешь. Она была, кстати, открыта. А здесь как ты прошел? Здесь блоков никаких нет. Они появятся сейчас. А, не-не-не, они больше не появляются. Когда один проходит, они. Ну да, портаси на меня, я тоже некоторые моменты не проходил. Давай теперь ты в синий заходишь. Давай по очереди будем первыми. Заходи, ты первый теперь в синий заходишь. А, да, давай. По очереди будем. В следующий раз я тогда первый зайду. Так, я на тебя портаюсь. Давай, так, проходи, ТРСР. Здесь есть какая-то подстава стопудово. Лол! Что было? О! Я испугался, ладно, ТРСР, проходи давай. Я тоже. Нажми на кнопку там, закрылось. А, закрылось, сейчас нажму. Вот это прикол. Так, теперь я следующий захожу, да? Да, давай. Нет, вот это прикольный, необычный паркур, прикольный, реально класс. Давай теперь вот этот голубой цвет. Голубой, пойдем в голубой цвет. Да, сейчас захожу, ты запрыгивай на меня, надо, телепортируйся. Да, запрыгну тоже туда же, на тебя запрыгать не надо. Так, ну на плечи, типа, знаешь, такой. Давай кнопки успевать. Телепортировался, все. О, отлично. Ну, я здесь тоже могу пропрыгнуть теперь. Оп. Да, пропрыгивай, если успеваешь. Погнали, ТРСР. Так, теперь ты первый в такой тел цвет, я бы его назвал. Давай, заходи. Не знаю такого цвета. Ну, мне кажется, в Варкрафте, знаешь, постоянно был такой болотный цвет, но он назывался тел. Цвет команды. Так, я портнулся тоже, смотри-ка, мы идем. Здесь тоже какой-то подвох будет. Аккуратно, ТРСР. А здесь нужно было наверх? Keep the button? Или что такое? Так, once inside, always enjoy, или как? Enough. А, не, подожди, на кнопку нажал? Да. Вниз стоишь, да? А как тогда? Нажми на нее, может, появится снизу? Да, подожди, жди снизу. Наверное. А нет, зачем ты спрыгнул, ТРСР? Да потому что я слишком рано это сделал. Нет, не знаю, там ничего не появилось вроде. Так, знаешь, что может быть? Нажимаем на кнопку, нет, и ничего сразу не появляется. Здесь. Может, должна быть какая-то пасхалка, какая-то секретка. ТРСР, нас где-то... Нажми снизу сейчас кнопку, я не знаю. Сейчас я бегу, посмотрю, может быть, здесь где-нибудь? А, одна из этих кнопок, он говорит, что там бла-бла-бла-бла-бла. Может быть, не? Once inside, always enough. Once inside, always enough. Как это может перевестись? Я могу перевести, хочешь? А, одна не всегда... одной не всегда хватает. Может, она несколько раз. Вот так переводится. Надо, наверное... Потыкай по ней. Я потыкал. Или, может быть, нужно нажать одну и спрыгнуть вниз и нажать вторую? Может быть. Если написано, одной не всегда хватает. Давай можем одновременно нажать и сверху, и снизу. Но это, по идее, карта, ну, рассчитана и на одного человека, не только на... О, все, открылось! Открывалось сейчас. Вот смотри, будь там, вот стой здесь. Стой. Скажи, когда откроется. Так, смотрю, а это что должно открыться-то? Ну вот этот проход, как обычно. Под нами, подо мной. Ой. Ты ничего смотришь? Ничего не открывается, братан, у меня. А когда ты там стоял, она открывалась. Ну-ка давай, ты скажи, что за проход открывается, да, я пройду туда. Так обычно вот этот, под нами, коробка белая. Так она вроде всегда открыта. Нет, там кнопка была. Блин, зачем ты сюда пришел, мы же так не увидим. Да, нажимай, я буду смотреть вплотную. А, так... Сейчас я сюда опять спрыгну.
Может, вот эту два раза надо тыкнуть? Да не, не думаю. Может, надо и ту нажимать? О, вот, нажимай, нажимай! Нажал. Да, значит, все-таки вот так эта тема и работает. Блин, сложно. Ладно, портайся сюда, а то так это... А, ты уже через кнопку. Да, я прошел, прошел. Так, значит, я первый захожу. Это, кстати, прикольно, такие не просто паркуры, а что-то еще нужно и придумать, подумать. Классно. Так, отлично, я телепортировался. О, нельзя мышкой двигать, можно только вниз смотреть, прикинь. О, а, не, я могу. А я не могу, вот так вот надо проходить, Терсер, я не могу мышкой двигать. Давай, проходи, проходи. О, это очень тяжело, прикинь. О, у меня тоже вниз так закинуло меня. Как проходить? Я не вижу, куда дальше прыгать, Терсер, что там, куда прыгать? Так, видишь, прямо, прямо, прямо. Прямо вот так вот прямо? Ну, перепрыгивай выше, там один блок будет, но ага, там вот расстояние один блок всего лишь. Куда, дальше еще прямо? А, подожди, ты у меня на месте стоишь. Нет, я уже прошел до конца. Нажми на кнопку, нажми на кнопку. А ты у меня на месте стоишь в начале до сих пор. Меня телепортировало до тебя, что за фигня, я до конца уже дошел. Я дошел до самого конца, меня телепортировало. А я до тебя дошел, и меня вот так вот телепортировало в тебя. Терсер, что за черная магия? Я не знаю, что я это. Я до самого конца дошел, ну может мне на видео посмотреть, реально, я уже там с самого конца был. Сказал, нажми на кнопку. О, меня опять до тебя портнуло. Ладно, так. Видимо, всё. Уровень из-за того, что нас заставляет смотреть вниз, немного пролагивает. Да. А-а-а! Я упал опять вниз. Там кнопка снизу появилась. Быстрее. Всё, я до нее дошел. Я нажимаю. Лагает, лагает, очень сильно лагает. Я нажал на кнопку. Давай, а что на меня не тпшит? Лагает, наверное. Я по ней кликаю. Давай, ты нажимай. О, я нажал. О, хух. Ты нас спас. Ух, это, конечно, был прикольный уровень, но это вообще не рассчитано на двоих прохождения, да. Как-то он сильно лагал, я там пошел, с самого начала прошел, но кнопки не было. Так, смотри, упер скейс. Так, я теперь захожу. Черный, да, заходи в черный. Ну, серый такой больше. О, у меня был, вот у меня был как раз таки серый. А так, такой, а что черноватый. Здесь делать нужно? Ой-ой-ой. ТРСР. А, ты куда, ты уже прошел? Да, ТРСР, почему я не подождал? Да, я прошел. Блин, ТРСР даже меня не подождал и прошел. А я думал, ты сразу же ТПшнишь. Ты же обычно сразу же это делаешь. Ну я пытался. Так, ладно, окей, я тогда получается в белый сейчас захожу. Белый, белый иди. А вот черный потом будет черный. Все, да, портится. Or is it. Здесь написано. Так, ТРСР, ну-ка нажми кнопочку мне. Or is... О, как-то легко. А не-не, он нас просто портает назад. А, да, то есть... Вот, смотри, нажми на кнопку, нажми... А. Я понял, в чем был рофл. Снизу надо было нажать. Да, давай заходи в черную пока что, я на тебя сразу портнусь. Так, все, бегу. Так, ого! Ого. А это просто темнота какая-то, ничего. Да, мы попали в космос, братан, в космос. Ай-яй-яй-яй-яй. В космосе, мне кажется, светло, куча звезд. Беги, да, мастер. О, я случайно наверх запрыгнул, ТРСР, погоди. Отлично, я тебя отправил. Да, ты меня тп-шнул. Так, теперь я захожу, получается, я захожу уже в следующую. Следующая у нас какая? Светло-синяя такая, да? Лёд. А светлая, синяя, да, это голубая, ну такая, ледяная. Ледяная. Ой, холодно, ой, ТРСР, очень холодно здесь. Так, меня тп-шнул. Очень холодно. О, реально, что-то вообще дубак. Там мы когда-то в морозилку попали. Тут надо, короче, надо получить разбег от льда, мне кажется. Вот, да, вот такое вот ускорение, вот сейчас у меня получилось, и тогда я перепрыгнул. Так, тут тоже нужно ускорение льда получить. Так, что я как-то прыгаю неправильно. Терсер, мне нужно, чтобы ты дошел до центральной точки и открыл мне дверь. Оп. Все, отлично, я прошел. Может, тоже попробовать. Но если там застрянешь, можешь просто на меня телепортироваться. Так, ладно, я тп-шусь на тебя. Все равно ты... Вот, смотри, в лазурит, заходи в лазурит, теперь твоя... Так, серед появился, ты видел? Заметил, лед появился. Ничего себе, а надо, кстати, посмотреть, может быть, оно менялось всегда. Сейчас после лазурита может измениться. Давай, проходи, Терсер. Может, если мы лазурит пройдем, изменится? Вот куда исчез? Я наступил на эту плиту, и меня тп-шнуло начало. Да, видишь, лед появился, тебе быстрее бежать со льдом намного. Так, подожди, а этот мы прошли все-таки? Не, смотри. Это такой рофл, такой рофл, Тарасан, номеров. Да. Значит, там нельзя наступать на плиту нажимную. Да, походу. А как тогда быть? А, вниз спрыгни кнопки, я нажму, меня телепортнет, а ты попробуешь пройти. Давай, готов? Да. Появилось чем-нибудь? Нет. Эй. Может, надо снизу просто нажать? Нет, снизу тоже не получается. Так, давай посмотрим, где здесь может быть какая-то кнопка. Ну, здесь снизу, если что, есть кнопка. Где? Ну, вот снизу здесь кнопки. Я обе проверил. Вполне нормально. Так, я не вижу пока здесь никаких таких секретных мест. Может быть, на какой-то из ламп? Да, поищи по стенам. Ой, чуть не наступил. Как же пройти этот уровень, блин? Я вот не вижу. Нигде, ни на стенах, ни на лампах. Странный. Ни снизу каких-то проходов. Может, еще раз наступить? Если что, на тебя просто пэшность, будь день здесь.
Наступи давай, наступи. Так, мне тпшит начало. Просто тпшит в начало. Зайди на лазурит снова, не знаю, хотя ладно. Такая как сложная быть, головоломка, Тараса, очень сложная. Так, если мы нажимаем на эти кнопки, нас просто тпшит в начало, блин. У тебя есть идеи, как это можно пройти? Я вообще не знаю, если честно. Ребята, в комментариях напишите, плиз, идеи вашего прохождения этого уровня, потому что что-то я, если честно, тоже не допираю. Так, ну, если мы наступаем на эту плиту, нас просто отсюда тпшит в начало, блин. И чё тут делать-то? Блин, реально не знаю. Снизу ничего не сломать. И уровень главное нам не пропустить. Может быть, выйти из этого уровня и заново зайти в него? Помнишь, у нас так же было с вот тем... Жди, я сейчас зайду. Жди. Уровнем. Жди меня на том уровне. А ты тогда оставался здесь, или мы оба выходили из него? Не, я вроде оставался, ты выходил, все починилось. Я телепортнулся сюда, да, пробую зайти. Так, а как назывался этот уровень? Он назывался... Давай сейчас скажу, может, название есть какая-то подсказка? Кредит или что там? Да, вот посмотри, вот как сейчас, раз я сейчас посмотрю. Называется кредитс. Кредитс. Это надо кредит, что ли, взять, чтобы нас пропустили? Ну, может быть, знаешь, там, кинуть ему бабки на карту. Кредитс. Кредитс. Ну и где кредит-то взять? Дайте кредит. Кредитс есть немного другое, значит, мне кажется. Это описание вроде. Кредитс. Я, кажется, знаю. Погоди, сейчас перевод это слово, точно? Перевод, погоди, перевод. Кредит. А, ну да, кредит. Слышишь, еще 8 периодов. Кредит, зачет, честь, доверие, похвала, долг, уважение, признательность, вера, доброе имя, хорошая репутация, влияние, значение. Смотри, может быть, нас портит на спаун, потому что на спауне что-то появляется, что мы должны нажать. Там, то есть мы идем, надо идти, смотри, нам нужно идти не дальше к уровням, понял? А наоборот, назад куда-нибудь. Ну давай посмотрим, что здесь вообще есть такое. Давай, посмотри. Так, здесь можешь что-нибудь нажать. А, смотри, мы в лед, видимо, не закончили еще. Или что, смотри, у нас... А, не, все правильно, лед сверху, снизу этот. Не, может, лёд, здесь да, что-то должно быть? Вот, смотри, какая-то кнопка. Клер, барьеры, смотри, вот. 16 стейдж, это как раз то, что нам нужно. А, лол. Блин. Эй, зачем так делать? Ну, они, конечно, жестко затроллили. А как ты узнал просто, да, мастер, мозг? Ну, я подумал, почему-то, знаешь, мне почему-то показалось, что кредитс — это описание почему-то, да? Я подумал, значит, надо где-то в описании искать этот, решение. Mm-hmm. Понял? Понятно. Кредит — это просто кредит, я же тебе зачитал. Так, все его переводы. Прошел, да? Да, я прошел его, вот так. Ты просто дошел до конца и... Да, вот, Кирилл, давай следующий уровень, заходи в этот, в железный, или сейчас я... Так, да, железный, не знаю даже. А, ты ну, заходи, ладно, может, я сейчас свой проходил. Так, будет такой трассер. Так, ой, сейчас я обратно прыгну. Нормально, там же кнопка есть. Ай-яй, интерсер, ты меня подвинул. Да? А так, что, нажимаешь на кнопку? Даже как-то сейчас наступать не хотелось. Мало ли что так. Так, что-то оп, упал. Оп. Не успеваю допрыгать, интерсер, потому что ты наступил. Оп, наступил. Прошел, хорошо. Ну, это просто был уровень. Отлично. Видимо, нам дают расслабиться немножечко. Я даже не успел на кнопку нажать, передо мной дверь закрылась. Да, ну ладно, порт, я на золотом уровне захожу туда, смотри, золотой. Ага, золотой. Осталось алмазный. О, портаси. Я жду тебя. Подземный, ой, в смысле подводный уровень и эмеральный. О, и здесь даже лава. Да, борьба за лаву. О, мне дали огненную. Тут, скорее всего, знаешь, куда будет идти? Это вниз куда-то искать там кнопку. Да? Ну я хожу здесь по этим плитам золотым и ничего. Мне дали вот баф, что делает? Стойкости. Вот это снизу. А, может ее и надо нажать? Попробуй. Не получилось, я сгорел, нужно будет с подбафом огнестойкости. Так, мне дали баф огнестойкости сейчас. Вот, да, теперь иди снизу на ту кнопку нажай. Get up me называется, подними меня наверх. Ну вот, попробуй что-нибудь там сделать. Так, здесь есть подсказка, там была подсказка, можно ее было кликнуть. А вот это что делать? Ай-яй-яй. Это нас подкидывает наверх. Так, ну давай попробуем подсказку тогда нажать, кнопку подсказки. Я пожал на подсказку. This treasure is always been... Короче, где-то здесь должен быть сундук, похоже, или сокровище. Ну, трэжа. Так, Беннес. Беннес. Я не знаю, что это такое Беннес. Waves. Так, ладно. Я понял. Короче, смотри, эта штука дает нам баф на 10 секунд. Мы можем подниматься. Где-то здесь должен быть, я так понимаю, сундук с каким-то ключом, или, возможно, трэп-сундук. Ай-яй-яй-яй. Нажимай на кнопку, ты поднимешься наверх, точно, и получишь точно, баф. Точно. Сейчас к тебе опять тпшусь. А, так я внизу. Трассер, сейчас я тебе бегу. А, ты нажал на нее первый, и меня она не тпшила из-за этого. Блин, сори, брат. Ладно, отойди, я не могу ее прокликать. Все, прокликал. Так, нам надо, значит, искать здесь сундук. Ну, я так понимаю, лавой, да, наверное. Может быть, сундук, может, какой-то механизм. Так, я просто правой кнопкой зажимаю сейчас и
весь этот пол просматриваю. Я, конечно, могу быстренько в GameMode 3 посмотреть, если тут вообще чем-нибудь зря мы тратим время. Я думаю, это будет давай немного нечестно. Давай так, поищем немного. Да, давай поищем. Это так будет слишком изи. So easy, Терсер, so easy. Да, мне кажется, где-то должно быть на углах. Хотя не факт, конечно. Мне кажется, ближе к центру, чтобы мы успевали телепортироваться. Не знаю. Чтобы не просто умирать, понимаешь? Я просто протыкиваю, что-то вообще не могу найти. Так, поставлю-ка я спаунпоинт тут около золотого уровня. Если нам немного осталось, давай тогда пройдем за одно видео. Не будем делить на два видео. Давай. Просто мы уже 20 минут записываем, но осталось еще буквально 5 уровней. Не думаю, что людям будет интересно, зрителям нашим, как мы здесь и потом... Неизвестно, конечно, какого размера уровни. Может, там такие длиннющие. Да, вот в чем проблема. Ну, если будет слишком длинно, то поделим. Да. Stage 18, дул... А. Погоди. 18. А мы на каком 18-м, да? Ну, наверное. Он называется как-то дул... О, нашел! Сундук. Открылось и телепортировался. Все, портись на меня. Так, ТП... Во, получается, знаешь, как я определил? Так. Просто спрыгнул вниз... Прям рядышком там, и сразу же вниз посмотрел под собой. Короче, мне показалось то, что должно быть это жду близко. Жду тебя тут аэропорт, если алмазный уровень. Я горю. Телепортируйся, не беспокойся. Diamonds, алмазики, о, алмазный уровень, класс. О, Ore Destroyer, недалеко это Ore Destroyer, надо, наверное, руду ломать. Тебе нужно сломать руду, которая там, бей ее. Она мешает нам пройти сейчас. А долго тебе ее бить, получается, надо? Ну да, долговато, если честно. Ты говорил, типа, вдвоем, если бить, быстрее будет. Ну, да. Троллил меня, да? Ну, не палками. А чем, руками? Да, дерево. Вот, еще одну палочку. Он, наверное, сейчас зарегенится, поэтому надо быстрее перепрыгивать, ТРСР. Перепрыгни, станет сзади меня просто. Сомневаюсь, ну ладно, давай я тебе помогу. Хотя, конечно, толку никакого нет. Не, вот, смотри, быстрее начали ломать, видишь? Да нет, не быстрее так же. Да, смотри, даже скрыть добавил. Да я сейчас вообще не бил. Сейчас ты перестал просто бить, но начал ломать так же. Так, ой, вот здесь еще одна руда. Ломай. Сверху, блин, как долго бьется. А, зачем, я же бил. Ну я же тебе просто хочу показать, видишь, вдвоем мы быстрее ломаем. Да нет, не быстрее. А ты перестал ломать, я стал медленнее ломать раза в два. Вот сейчас смотри, ты начал ломать, смотри, как быстро ломается. Как медленно ломается. Надо просто засечь, короче. Я тебе говорю, вдвоем ломать быстрее ломается. Ломать одну руду так, ну вдвоем, а другую руду в одиночку. Ой, я тебя портнул, ТРСР. Благодарю. Да не за что, конечно, ТРСР. Мы же с тобой вместе проходим, помогаем друг другу. Так, смотри, да. Алмазный, и теперь получается все, последний эмеральный уровень. А нет, так, еще... Нет, мы еще не прошли. Призмариновый. Вот уровень призмариновый, да. Апстрим называется, апстрим. Если было бы апстерс, это была бы лестница. А, на тебя порно, Старсар, что-то забыл. Да, давно надо было это сделать. Ух ты, ух ты, ух ты. Вода есть у кого-то? Ух ты, ух ты, да, здесь такая жесть. А-а-а, вода стекает вниз. Прикольно сделано, мне нравится. Видишь там дальше? Так, здесь надо кнопку нажал. Не, я не знал то, что там можно пройти. В воде кнопка. Нажми. Я нажал, открылась та штука, но нужно, чтобы кто-то туда прошел. Она на время открывается? Да, я думаю, она на время открывается. Опа. Блин, мне почти получилось. Так, она сейчас все еще открыта. Может, она и будет открыта? Так, я что-то не могу запрыгнуть здесь. Чего не можешь? Первый раз получилось, а сейчас уже... Опа, смотри, видишь, запрыгнул. Ну, прикольно. А, я слишком на полсекунды раньше прыгнул, чем нужно. Так. А, я тоже сейчас раньше прыгнул. Ладно. Оп. А, чуть слишком рано не прыгнул. О, получилось. А Тарсер, можешь всплыть туда вниз и нажать на плиту? Посчитать, да, давай, так. Там она закрылась все-таки. Оп, все, отлично. Телепортировал. Все, погнали на эмеральный уровень, Тарсер. Давай, ты зайдешь на эмеральный уровень. Так, сейчас я первый. Хочу прыгнуть в эту воду, просто попытаюсь хотя бы еще. Да, давай. А, она уже не стекает, ладно. Все, телепортируйся на меня, давай, все, заходи на эмеральный уровень, ты так, последний уровень. Ну, мне заходишь. Честь выпала. Да, на этом запись. Да. О, эмеральный уровень. Зато смотри, если мы все эти эмеральды добудем, мы можем с жителями очень долго торговать. Это точно. Так, я здесь нажимаю. Ой, язык чуть не прикусил. Ой, ТРСР, аккуратнее. Ты чего? А, закрылась. Будешь... Как ты потом будешь есть мороженое, ТРСР? Я мороженое не ем. Так. Я знаю. О, нифига. Не. Дальше паркур, дальше, смотри, дальше. А, наверх здесь нужно, получается. А, или подожди. А, точно. Офигеть, ТРСР. Не до конца наверх нужно, а на вот этот паркур верхний. Да. Оп. Ого! А! Меня спихнуло! Я видел. Погоди, я на тебя портнусь, ТРСР, ТП, ТРСР. Так, давай по очереди. Я на воду ушел, все, давай, я на воде здесь.
Ай-яй-яй-яй. Ааа, нет! Подожди. Да, я знаю. Жду, теперь ты так, на воду отпрыгни. Теперь я на воду прыгаю. Так, сюда я попробую. Оп. Просто жесть, тебя сразу так откидывает, главное. Давай опять на меня. Блин, ты видел сейчас на воду? Да. Оп! Так, я до сюда долез. Я тоже сейчас буду, наверное, проходить, потому что далеко дошел. Да, все, можешь проходить. Я могу подождать здесь или, если хочешь... Сейчас, погоди, секундочку. Я просто там... Здесь я зафейлился по дурости своей, на самом деле. Я там видел, как упал вообще? Давай, нажимай. Ага. А, у меня подобные блоки исчезли, ТРСР. Ты должен теперь обратно пройти по невидимым... Погоди. Я же дай попробую. Серега, попробуй, смотри, ТРСР. А, ты, подожди, я даже еще не пробовал, Костя. Смотри сюда. Да я понимаю, как здесь нужно идти. Мы такое делали, знаешь, когда в 2000, в 2011 году, помню, мы сделали такую, назвали ее гробницей на первом сервере Майнкрафта, который мы сделали в 2011 году, блин, это было круто. Ага. Раньше была такая прикольная тема, командные блоки называлась. Ну, командные блоки, командбук. Это, короче, был плагин такой, который позволял делать некоторые вещи очень крутыми, типа, знаешь, там, стены, всякие там прикольные штуки, ну, понимаешь, что вниз надо прыгнуть. Да, вот, все. Все, ты прошел? Так, да, здесь что написано? Choose your final stage. А, выбрать теперь нашу финальную. Давай посмотрим, что здесь написано. Так, preview the nether. О, что ты хочешь? А давай разделимся. Ты пойдешь в одну сторону, я в другую. Да, ты в ад пойдешь, а я в end. А, нет, смотри, меняется, смотри. О, можно посмотреть, вау. Блин, а ведь мы не можем выбрать. Давай, ты в этот иди. Ты нажимай. Ты в end мир иди, я в ад пойду. Так он не изменится разве, когда будет проходить? О, я в аду. А я в Энди. В Энди приходится через Интерперл проходить, прикинь. А мне здесь нужно через столбик. А меня сейчас убьет, ТРСР, у меня все, я в блоках застрял. Надо было в ад идти, короче, я не знал, что здесь это будет так сложно. Чтобы мне было сложно? А, блин, да меня портнуло вообще далеко, ТРСР, я опять на спавне, давай к тебе лучше портнусь. Не, подожди, не портайся. Ты ТПшнись, блин, тебе надо было пройти... А я туда не могу, у меня эмиральный уровень за мной проходиться придет, понимаешь? Я нажимаю на кнопку тебя, вот level complete. ТП ТРСР гейминг. Так, а сейчас давай мы попробуем с тобой зайти в эмиральный уровень. Ну, или где этот бонусный? Все... Может, он в начале был бонусный уровень, там дверь была сзади. Может, она открылась теперь? Погнали посмотрим. Сейчас я зайду сюда, а ты туда иди в начало. Все, хорошо, давай посмотрим. Ладно, у нас уже все равно ролик получается почти 30 минут. Думаю, можно немного. Да, открылась здесь дверь. The restroom will open. Подожди, а это... Стой, не нажимай. А, блин, сори, братан, ресет. Я перезапустил игру. Зачем? Я же говорю, не нажимаю. Ну все, а знаешь, как сделали? Ребята, короче, Эндмир, он теперь остался для вас. Карта называется, видите, как карта называется? This is only level, да? Only level. Вот видите, можете посмотреть написание. Петерсер, покажи крупным планом прямо. Да, define. Вот. Можете написать Minecraft map и это название, в принципе, если вам будет интересно, вы сами пройдете эти уровни. Да, ссылочку я обычно оставляю в описании. Так, Интерсер оставляет ссылочку, да, можете посмотреть в любом случае. Просто я не оставляю ссылочки на карты, мне лень. Вот, ну что, видео получилось достаточно длинное и, думаю, достаточно интересное. Надеюсь, вам оно понравилось. С вами будет Демастер ТРСР. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, комментируйте под видео, предлагайте свои карты, предлагайте просто карты, в которые вы играли, они вам понравились, ну и так далее. Но на этом все, карта была реально крутая, были необычные уровни, были интересные уровни. ТРСР уже нашел себе трон ТРСРа. Вот, ну а на этом все, всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Да, ребят, всем пока.